Друзья, всем привет! Находитесь на канале Автоподбор 25. Ребят, пишите комментарии, что снимать в последнем видео. Пишите в этом видео. Находимся на рынке, на самой верхней стоянке. Вы не представляете, какая отсюда открывается красота по виду. Видно два моста, видно пилоны. Мост через бухту Золотой Рог и мост через мост на остров Русский. Знаете, на камеру не передать. Там море, везде море. Итак, авторынок «Зеленый угол», самая верхняя стоянка, самая верхняя площадка. Я уже в видеох рассказывал про нее, показывал, как сюда зайти. Вот, проверяли здесь автомобиль Honda N-Wagon. Сейчас скину информацию подписчику. Ну и, собственно, вон он сам, авторынок «Зеленый угол». То есть находимся на самой-самой-самой верхней стоянке. Напоминаю, кому нужна помощь при покупке, проверке автомобиля, звоните, пишите. Номер телефона указан под каждым видео в описании. Сейчас походим, посмотрим, что здесь продается. Как видите, автомобилей довольно-таки много. Пооткрываем, ну и посмотрим, сколько они стоят. Так, ну давайте начнем, посмотрим цены, какие-то машины пооткрываем. И знаете, что хочу сказать? Все вот эти машины, они все аукционные. Которые машины, автомобили открыты, я буду вам показывать аукционные листы. Поговорили, пробиваются 100%. Итак, это Альфард в таком ярко-черном, ага, насыщенном цвете, на штатном литье. Посмотрите. Блин, это просто непередаваемый внешний вид, да, автомобиля. Итак, 17-й год, 3 миллиона 120 тысяч рублей в максимальной комплектации. В максимальной. Такой космический семейный микроавтобус. Есть бесключевой доступ. Дверь такая идет массивная, с кожаными вставками, электросиденья. Итак, смотрим, значит, аукционный лист. 4 балла, кузов целый, пробег 111 тысяч километров. Смешной пробег для японского автомобиля. Электродвери, сзади два капитанских кресла. Ребят, чего здесь только нету, каких только наворотов. Это такой передвижной офис с огромным багажником и с шикарным внешним видом. Есть у нас где-то обзорчик такого автомобиля. Джибель коронки. Здесь тоже у нас идет электросиденье, все кожаное, боковая поддержка. Сесть, посидеть, почувствовать себя королем дороги, что ли. Широкий бардачок, регулировка. Сзади монитор. Здесь нереально огромный монитор. 111 тысяч, полный мультируль, круиз-контроль, кнопка старт. Есть память сидений. Ну, мечта. Просто мечта. А не микроавтобус. Ладно, следующий автомобиль у нас идет Toyota Harrier. Так, это у нас идет, ребят, 16-й год, 2 миллиона 200 тысяч рублей. Они у нас есть двухлитровый передний привод, 4 воды, есть 2,5 гибриды, есть турбо-версии автомобилей. Тоже кожаный салон, кожаные вставки, старт, стоп, мультируль. Лежит тоже аукционный лист. Напоминаю, я вот, которые машины открыты, везде есть аукционные листы. Везде, кроме одного автомобиля. И все они пробиваются по статистике. 4,5 балла, 79 тысяч пробег на данном автомобиле. Черный потолок, все сенсорное. Тоже мечта, а не автомобиль. Есть хорошие автомобили, как вот здесь, да? Даже если он будет не очень, но все равно здесь лежит аукционный лист. Есть автомобили, которые, ну, конечно, что скрывать. Есть битье, есть топляки на авторынке. 14-й год, 1 миллион 320 тысяч. И это идет 7-местный X-Trail. 7 мест, ага. Он закрыт. Ну, закрыт, открывать не будем. То есть они есть 5-местные, есть автомобили 7-местные. Он на штатном литье, на летней резине. Салон тоже кожаный. Ну, как он кожаный? Ну, не кожаный, там дермантин у него идет. Вот таких автомобилей. Следующий стоит еще один Harrier. Это уже идет 17-й год. 2 миллиона 250 тысяч. И вот он идет, передний привод. Он у нас открытый тоже. Кожаный салон. Там были красные вставки. Здесь оно все идет черное. Тоже есть аукционный лист. Итак, 4 балла, 67 тысяч пробег, кузов у автомобиля идет
целый. Штатное литье, летняя резина, сзади очень много места, подстаканник, стеклоподъемник, есть обдув для задних пассажиров. Оп, оп, все четко, ясно, удобно. Давайте, раз мы уже здесь, откроем багажное отделение. Электродверь, кнопку нажали, дверь у нас поехала. Багажное отделение, знаете, чем мне здесь нравится? Здесь нет пластика, здесь пластик есть поверху, по низу здесь вот такие вот вставки ткани. И смотрите, какой огромный тазик здесь, да, то есть второй багажник, можно сказать. Subaru Forester, самый лучший, на мой взгляд, кроссовер. Литье не штатное, зимняя резина, комплектация у него, ага, он закрытый, ну ничего страшного. Комплектация у него, в принципе, идет нормальная, это уже идет рестайлинг, 17-й год, 1 620 000 рублей стоит такой вот автомобиль. Еще один минивэн, ну знаете, вот многие называют это минивэном, но это не минивэн, это полноценный микроавтобус, 14-й год, 1 415 000. Еще и в гибридном исполнении, гибридная версия, тоже закрыт, но ничего страшного. Вот есть Voxi, есть Noah, есть Esquire, в принципе, начинка одна и та же. Если это идет гибрид, то у гибридов объем двигателя идет 1,8. На негибридных версиях они идут 2-литровые. Следующий кроссовер, гибрид X-Trail, 1 415 000 год, гибрид. Штатное у него литье, сонары. Белый цвет, как видите, такой бесключевой доступ, тоже закрыт, но ничего страшного. Что у нас с ними по низу происходит? Состояние, в принципе, довольно неплохо, я вам скажу. Довольно много автомобилей на этой стоянке. Понятно, то, что все мы снимать не будем, потому что уйдет у нас очень-очень много времени. Вот еще один стоит X-Trail. Комплектация уже такая помоднее, получше. Есть у него рейлинги. Система пристолкновения. 16-й год. 1 530 000. Он у нас идет открытым. Идет с ГЛОНАССом. Аукционный лист имеется. 100 тысяч пробег, 4 балла. Вот смотрите, уже сколько пооткрывали автомобилей, сколько пооткрывали, ни одного косячного автомобиля не было. Но какой бы там ни был аукцион хороший, правдивый, который там пробивается, ребят, все равно нужно пробивать его непосредственно уже самому. Так, здесь, а вот у нас стоит Subaru XV, молочный цвет, 13-й год, 1 145 000. Туманки, омыватели, система ISI. Все есть. Штатное литье, летняя резина, светлый такой салон. Ага, автомобиль закрыт, полный мультируль. Я к чему веду? Потому что вот, ну, пример недавно приведу, да, когда дня, наверное, 2 назад. Escuda, 16-й год, 1 330 000, полная пошлина, хорошая комплектация. Вот на днях буквально был поиск автомобиля по авторынку, ходили, искали непосредственно с подписчиком. Нашли фита, я уже не помню, по-моему, или 3, или 3,5 балла он был. По аукционику, аукционик настоящий, пробивается по статистике, были крашеные элементы, все совпадало, да. Но каким-то чудом, каким-то образом, фантастикой, в автомобиле оказался менена часть порога. Поэтому, ребят, пробивайте машину не только по аукционному листу, но и проверяйте еще сами. Так, ну, анаконду мы тут задевать не будем, левый руль. Дейс, что это у нас, по-моему, максималка, кожаный руль, переднее сиденье диваном идут. Айстоп, пробег, не знаю, аукционик сейчас посмотрим. И стоимость автомобиля, кстати, вот эти малышки, малышей вот этих спрашивают постоянно. 14-й год, 455 000 стоит он. Не знаю, сегодня еще поеду в Уссурийск. По возможности попытаюсь заехать на рынок, но посмотрим, что у нас будет по времени. Итак, 4 балла, 100, по-моему, 135 000 здесь указано. Кузовщина на автомобиле идет целенько, то есть он, как привыкли говорить, не бит, не крашен. Toyota Sienta, есть, это у нас 07, есть у нас
передние, есть 4 воды, есть гибрид. 850 тысяч, автомобиль 2016 года. Он на новой зимней резине, правда без литья, на штамповочках, но страшного ничего нет. И автомобиль тоже закрыт. Это такой популярнейший минивэн. Ну, на первом месте все-таки, наверное, из минивэнов идет у нас Фрит, если мы берем свежий кузов. Потом уже Сиента. И старые кузова Фридов, Спайков, они не перестают быть популярными. Вот только за вот эту неделю было две отправки. 14 год, 455 тысяч, белый, бесключевой, светлый салон. Ну, вот этот аукционник, его нужно смотреть, люминский, переводить. И здесь есть куча фотографий, пробег 114 тысяч, а по кузову надо смотреть. Но самое главное, что есть аукционный лист на автомобиле. N-Wagon. Супер модный кейкар. Оп, сиденье подвинули, багажничек увеличили. Все, весь комплект у нас имеется. Все есть, сиденье еще и складывается. Ну ладно, сегодня мы не будем, наверное, этим заниматься. Сейчас возьмем побольше автомобилей, побольше цен, потому что вот только полстоянки, да? Итак, видишь, белый перламутровый цвет, штатное литье, бесключевой доступ, светлый салон, резина под замену. 9-й год, 835 тысяч рублей. Mazda 965 тысяч, это дизель, 16-й год. Стоит она так неудачно, если честно. Mazda, да, она клевая, у нее клевый внешний вид, у нее клевый салон. Но вот, ну почему не берут люди Mazda, я не знаю. Так, не вижу, аукцион. Аукцион. А вот он лежит, аукционный лист, тоже люминский аукцион. Сейчас переводить не будем. Так, 4 балла. Вот, но на первый взгляд все идет здесь целенькое. Передний привод. Так, складываем, всякая японская документация. Вот. Еще один автомобиль загнали, гибридика. Так, собственно, вот он, спайк идет. Кстати, вот этот спайк неплохой, стоит он 800 тысяч, это гибрид. Автомобиль 2012 года выпуска. Цвет такой интересный, мне нравятся такие цвета. Фальшверку это модный, прилепили сюда. Климат, мультируль, нет, вру, мультируля нет, есть круиз-контроль. Аукцион 4 балла, пробег 117 тысяч. Кузов целенький идет на автомобиле. Вы знаете, информация для тех, кто... Вот я хочу себе там спайк, либо фрит года 12-го, но денег у меня всего там 650 тысяч. Поймите, то что хорошая машина, она дешево стоить не будет. Еще один Subaru Forester. Тоже открытый. Так, садиться не буду, руль почему-то здесь перетянули, встречает нас Subaru, климат, мультимедиа, старт, iSight, все здесь есть, подогревы, X-Mod, все как положено. Аукционник, пробег на автомобиле, так, не вижу, 117 тысяч, двигатель 2 литра, вариатор здесь. Ну и вот он, Аккорд, про который я вам только что говорил. Шикарный черный цвет. Не обратите, а посмотрите, как смотрится автомобиль со стороны. Штатное литье. 13-й год, 1 миллион 275 тысяч рублей. Еще и гибрид. Такой седан. Ну, как вам сказать, наверное, все-таки... Бизнес-класс нельзя, да, его назвать бизнес-класс. Вот смотрите, автомобиль у нас заведен сейчас. Бизнес-классом назвать нельзя, но там супер-супер комфорт. Почему бы и нет? Почему бы и не назвать? Пушка, не автомобиль. Салон такой приятный на ощупь.
цена тоже приятная, да, миллион. Миллион плюс цена. Так, дальше, на чем мы остановились? Еще один субарик стоит. Это у нас идет 15-й год, 2 литра, 965 тысяч. Штатное литье, туманки, омыватели, айсай есть. Приус идет, последний кузов, свежий кузов, 1 345 000. 16-й год, автомобиль идет 4 ВД. Такой молочный какой-то цвет у него, да? Или мне кажется? Вот, ну тут хоть как-то поинтереснее, знаете, есть Приуса, вот здесь белая ванна. Ну ни туда, ни сюда, здесь вот какие-то вот, японец сделал вставочки такие вот коричневые. Здесь, вот здесь, подогревы есть, ну намного интереснее идет. Господи, где там у нас? Итак, сколько же, что же у нас с Приусом с этим происходит? 4 балла, кузов в принципе идет целенький. На автомобиле. У данного автомобиля еще стоит один Prius. Не, ребят, не Prius, жопу не видел, заднюю часть. Это у нас стоит Альфа, 2014 год, 975 тысяч рублей. Вот недавно кто-то на днях спрашивал, сколько стоит Альфа. Вот, пожалуйста, 975 тысяч, 4 балла, замена задней левой двери. И в принципе все. Вот, наверное, первый аукционик, да, где есть покраска и замена. Замена задней левой двери, окрас заднего левого крыла. Пробег 117 тысяч. Остальное нужно проверять. Альфа есть 5-местный, есть 7-местный. Здесь очень много места сзади, очень много места. Так, еще один у нас Аккорд. Ага, закрыт. Виш, 7-местный минивэн, 1.8 двухлитровый, ну двухлитровых нет, 1 070 000, 13 год, передний привод, перламутровый цвет, бесключевой доступ. Виш, мне очень нравится автомобиль, прям нравится. Итак, 4 балла, видите, опять 4 балла, 133 тысячи пробег на данном автомобиле. Оп, вот таким образом двигаются, третий ряд прячется в пол. Шаттл, 16-й год, миллион стоит, штатное литье, гибрид полноценный, есть гибрид 4 ВД, есть передний привод. Приус, 30-ка. Приус 30-ка, 15-й год, 1 035 000 рублей. Друзья, спасибо всем, кто смотрит видео до конца. На сегодня будем заканчивать. Как видите, снимать можно много. Машины постоянно меняются. Кстати, вот на вот этой стоянке есть еще и грузовики. Вот такого прям огромного плана. Грузовикам как-нибудь доберемся. Всем огромное спасибо за подписку, всем огромное спасибо за доверие. На сегодня все. Всем пока.